Да дело Снова не в этом, Джианна. мама. Я не хочу никакой свадьбы. Я не уверена. Я уже не уверена, что хочу стать женой Кемаля. Доброе утро. Доброе утро. Ты здесь ночевал? Да, это было так. А что такое? Есть проблемы? Услышал пару ненужных слов. И пошел домой, чтобы не расстраивать Бахар. Ладно, помою маршрутку. Ладно, пускай. Кемаль, все нормально? Все нормально. Слушай, если все нехорошо, иди домой, отдохни немножко, я скажу что-нибудь начальнику. Нет, спасибо. Добрый день, добро пожаловать. Привет. Ладно, я пойду к коллегам, увидимся. У меня тоже есть дело. Кемаль, давай поговорим немного. Почему ты ночью не пришел домой? Потом поговорим. Нет, Кемаль, пожалуйста, давай поговорим сейчас. Ну ладно. Ну давай говорить будем не здесь. Пойдем. Ты ничего не скажешь? Я и всю ночь звонила, ты не отвечал на звонки. Ты что, ночевал на остановке? Кемаль, пожалуйста, скажи что-нибудь, я же переживаю, прошу. Не сейчас, Бахар. Давай потом поговорим. Я тебя подвезу до дома. Нет, сейчас расскажи. Слушай, ты такой молчаливый, очевидно, что что-то случилось. Скажи же, прошу. Тебе нужно было сначала мне сказать, что ты не хочешь найти моей женой. Давай, я жду ответа. Почему ты не сказала мне? Ответь. Ты что, подслушивал? А в этом дело? Пришел домой, хотел зайти в гостиную, но услышал вас. Потом сразу вышел. Теперь очередь твоя. Отвечай на мой вопрос. Почему ты не сказала мне? Бахар, что ты пытаешься сделать? Ответь мне на вопрос. Что мне сказать, Кемаль? Вот скажи, что ответить тебе? Не могла сказать, потому что я знала, что все будет вот так. Очевидно, в каком мы состоянии. Мне нужно найти работу. Подожди до момента, пока я не найду работу. Что это такого? Это не ответ. А ты не видишь. Мы все в долгах по уши. Давай не будем обманывать себя. Пока мы в таком состоянии, где брак, а где мы, а? Ты ж только начал работать. Потому что ты тут зарабатываешь, да господи, даже на аренду не хватит. Хватит, Бахар. Не знаю, что я сделал, что так потерял твое доверие к себе. Мы же когда были с тобой вдвоем, мы могли справиться со всем. Нас же ничего не волновало вроде. Что изменилось, Бахар? Или ты больше меня не любишь? Давай, Кима, не будем на равном месте с тобой ссориться. Пойдем. Нет. Я жду ответ на свой вопрос. Ты не любишь меня, что ли? Кемаль, что ты говоришь такое, а? Я тебе задаю вполне открытый вопрос и очевидный, Бахар. Если все закончилось, я должен знать. Я тебя очень люблю, но... Но что, а? Что? Я с ума сойду, с ума сойду. Давай подождем немножко. Да и мама не выздоровела, нам нужно расплатиться по долгам. Все, это отговорки. Ты тоже прекрасно это знаешь. Ты любишь меня или нет? В чем твоя проблема, Бахар?
Если все кончено, я должен знать. Ты хочешь, чтобы это закончилось? Чтобы закончилось, Бахар? Да, начальник. Хорошо, хорошо, я привезу маршрутку. Да? Да, хорошо, начальник.